Хан, давай под звездочку кидай. Остальные шипы пометы. После патруля Хант метку падает. Короче, ловушка под квадратик, пусть все остальное контроль. Давай, начинай, Хант. Я тут. Твой висит, сука. Так, веселочка, дашь сакру на первом вихре, если будет рейд поседать, дим на отхил, чек на пул. Ракшас, ты тут?
Дистанцию набери. Смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Тасанан был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Он на станке, мне кажется. Я возьму кельсера тогда. Нет! Визг души? Да. Рой, вы там на половину напугиваете. Кинетика далеко. Не, по нами. Ты над леса там. Босс где танка паладина, я сейчас буду. Шарик пошел, короче, на шурупсавик. Чего? Шарик. Шарик ушел на шурупса, который стоял где-то возле профа. Земля ему в Винни-Пух. Если он до него дойдет. Ебать, даже кольцо никому не надо. За 10% могу взять. Офспик. Тут вокруг уже кольцо это надо. Что интересно сейчас Борька Моисеев делает? Это, блядь, что-то Келесет отанчивал, что-то, блядь, начал, ну, про него думать. Было о чем подумать, да, пока танчил? Да. Кто это такой вообще? Ну, если... Ты не знаешь Борька Моисеева? Да. Да, ну, ты что, это что? Да он скрывается просто. Он певец, да?
Да, известно. Ну-ка, напой. Чё-то. Голубая луна. Он тебя забайтил. Как Войт чётенько забайтил, да? Не, ну, он получается такой заднеприводный, да? А не? Нормальный? Ну, я не знаю, наверное. Он просто косил под заднеприводного, да? Да, это образ такой сценический. А, как у Верки Сердючки, да? Mm-hmm. Если ты что-то говоришь, то тебя не слышно. Но если ты ничего не говоришь... Мне кажется, Джерину надо не на Вармель, а на Сирус идти играть. Пойте, пожалуйста, гимн на Манук. Я тебе кинул и на... А что там на Сирусе? Ну там, короче, плато по КД. Весь, все инсты БК под 80-ник переписан. Ага. Ну и там, типа, развиваешься по категориям, типа, там, ну, используешь свой класс. Ну, там жесть, короче. Высший эльф. А, типа, что твоему классу нужно, то и прокачиваешь, типа, как? Ну да, типа, ну, категорию улучшил там. Это самое. Профы там можно третью выучить, она активная будет, четвертую можно. Там гильдии, короче, замки, гильдии, можно гарнизоны строить, атаковать их, блядь. Все, короче, можно. Все топовые плюшки свой. Клиент 3-5. Штурмовать замки, как блин. Ну да. Там плюшки, типа, переносной банк, что-то. Ну, гильдейские, скорость передвижения. А если пан, нет, она заслушалась. Дайте гимн на отхил. Да. Ты говоришь, ничего не надо говорить. Не, ну что, интересно он рассказывает. Там, ну, для задротов. Ты аж заслушалась, да, и не вынесла лужи. Придешь такой Джерри, он топал. Я там убивал, типа. ЦФК, РС. А там. Там, короче, все профы апнуты. Типа вот у нас есть Берсерк, а у них Берсерк 2 апли. Ну, типа, сильнее. А давай положим. Ну я через. Там, короче, какие-то колесо фортуны, ну, какой-то моб стоит, где, типа, какие-то жетоны на него тыкают,
И он тебе рандомную херню дает. Ну и там, короче, очки чести, Хонор, очки арены. Что-то херня какая-то. И, короче, 0,1 шанс, что упадет оранжевый, короче, камень. Ну, типа как око дракона, только оранжевый, короче. Ну, он там 100, там, по 200 дает чего-то там, характеристики. Типа легендарный? Да, да. И его можно, прикинь, вытаскивать из... Ну, типа, перетаскивать куда хочешь. Вытаскивать из сокетов, из дырок. Прям как в порнохе, да? Да, там пиздец просто. Там, короче, рай и для PvP-шеров. Ну, хотя, блядь, про PvP-шеров не скажешь. Там, типа, на БГ такая штука есть, что если 30... Можно я пойду вниз, возьму триню себе за лёд? Я 60 льда насобирала. Да, конечно, иди. Похилите там сами. Да, я спрыгнусь. Там такая тема, типа... Про чё я говорю? Что я покину? ПВЕ, там ПВП. А, да. Там типа, ну, ПВЕ, что там... Ну, про сервак другой. За Легион ты рассказываешь или за что? Не-не. Сирус сервер на клиенте 335 на Личе, типа, с плюшками, с других клиентов. Типа там 3 проф, 4 проф можно изучить. Я еще слышал, там любой раз можно брать любой типа. Ну да, гоблины, ворги. Ну там этот, типа кот, орк, по-моему, можно делать. Альдет паладин. Это ж имба, ебать. Я вот тоже подумывал, блядь. А я еще прочитал, там трансфер бесплатный есть. Надо трансфер чекнуть, вдруг перенесу сюда, туда персов. А то качать. Давайте пока растишка. Там онлайн хороший, так-то там. Единственное, что вот может PvP-шерам не понравится, что там типа ядерный заряд какой-то есть. Типа ты на БГС 30 или сколько там киллов делаешь подряд, тебе ядерный заряд дает. Сакру давай. Он типа всех убивает на БГ. У меня эту штуку у Мандрина смотрел. Ну туда все лезут, блять, кому не лень. И давайте гимноману кто-нибудь. КД. Лики, вы хорошо стоите там в ледяном пламени в синем. Дамите шурупа. Грегор, тяни звезду, протопал, остальной трэш держи на себе. Звезду играем. Где же ты, где? Я смотрю, не уходит с головы. Жоп тяни. Да. Глупый крок, ты
Ты сам привел мне подкрепление. Восстань. Типа рейд для ПВЕшеров, рейд для ПВПшеров. Сука! А что я сделал? Волф. Что ты сделал? Сука. Нападай, гроза плети. Сейчас я покажу господину. Чурбан, блять. Может называться чемпионом. Кому же под силу очистить это пристанище нечестивости? Благодарю вас. Феерический финал! Ну это я сказал к тому, что тут как бы все наскучило, все известно, блять, все, ну блять, понятно уже. Типа, там, когда я мувик смотрел, там речь шла о том, что есть предел, типа, ты вкачал, убий, садел и пиздец. Ну а там ты заебешься просто прокачиваться. Категории, какие-то достижения, маунты, ачивки, инсты. Релок. Ну, блядь. Так, Альдеран, Джелис, Рейд хилим, остальные хилят Вальку. Да что это, Вофа, блядь? Офа это говно уже. Я знакомый на Офе. 8 лет квест выполнял первый раз в этом году в рейды пошел. Бог, залей хп приступ, пожалуйста. Ой, сейчас найду тебя. Полбокс, поднимай гилда. Подавление справа, сверху, снизу. Эти толмы стоит. Надо подождать.
Огненный справа вверх. Желез, давай, гимн на ХП выбирай Вальку. Не рано. А, бля, Гера КД. Давайте в порталы все тогда. Давление справа вверх. Хиливайте. Хилика гимн отхил, давай. Дайте рост. А, 5 секунд. Угнанный справа вверх и подавленный справа вниз. Огненный справа вверх. Излечилась! Ура! Покончить с этими нечестивыми тварями. Плащ пал. Сейчас настанет самый веселый момент в инсте. Ой, у меня сумки полные, сейчас я что-нибудь выкину. А что там с плащиком? Чё ты так вздыхаешь? Скоро, да, можно будет одеться и забросить эту игру. Чё, ещё куда-нибудь пойдём?
прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Шухер, шухер, тут Олег чек на готовность кидает. Патриш рассыпается. Бывало такое когда-нибудь, типа, собрали всех 25 герц, стоит 25 оп, все зачистили трэш, и потом такие, блядь, 25 оп. И так далеко никто не заходил.
команды тотемы. Ребят, 2 минуты телефон, позвонили с работы. Меня слышно? Алло. Да. Алло, есть тут? Алло. Вы на ком уже? Синдра. Деймос, зачем ты Вовку начал играть? А что делать? Почему нет? Я тут. Я ж всегда временами там сбиваю на время, потом опять. Да не, вообще как начал, как первый раз сыграл. Как вообще начал? Ну у нас был сервак, там 5-10 человек бегало. Новосибирский, что ли? Ну. Не помню такой, 2008 год или 2007, наверное. Потом в линейку начал играть на бобре. Блять, как после Вовки можно в линейку играть? А я всегда либо линейка, либо Вов. Ну сейчас уже, конечно, не играю в линейку, потому что это хуйня полная. Мы подрочиваем постоянно. Разве есть какая-то игра? А есть мамонт у кого-то, а? Мамонт. Ждем топ С и все. Не в холле бести остаться. Не, в ШП. Сейчас тогда спекнусь, подождите. Идем 4 кило. Божденку нам набирать, нет? На первой фазе нет, на второй по ситуации скажу. Пыш, бах, джаспанк. Зашли. Чешку отдадите перед притяжкой только.
У меня чешки нету. Что тут скажешь? Тяжко сейчас. Отбежали, бегайте, отбежали. Нас-то нет. Лол. Сильдран, у тебя нету очков. Сильдран, поднимай его. Только одно. Давай метки вперед. Ну ладно, это было смешно. $200,000 подбиваем глыбы. Слева падает, отбежали. Метку, за которой стоим, не бить. По центру. Близко, лево. Сбивайте метки. Давайте, ебашьте босса быстрее, под ростом. Инеры, заливайте звездочки. Подтяжка. Филиппец, гимна ману, я ставлю этот темп. Гимна ману, давай, Филиппец. Ха-ха-ха. Поднимай. Да, поднимай. Давайте бафы по ДК и плюсту, метки вперед. Близко в центре, бежать глыбу быстрее. Забежали в другую сторону, близко справа. Опять бежали. Центрально подбить это 200,000. Крайнюю слева тоже. Давайте быстрее. Слева быстрее, забежали. Все, давайте метки под боссом, никто ничего не стакает. Давай джиспан под босса. Слейте метку. Комбокс. Милики отошли. Не видеть метку. Тяжко сейчас. Отошли. Сливайте метку. Под босса Максимус. Сливайте. В сторону. Правую на метку. Это... Ох ты, блядь, не повезло сейчас. Сливайте быстрее слева метку. На трюфелах освобожденка. По одному стаку накопили и все. Даю чешку. Филиппец, 2 гимна отхил, Алдеран под босса, прожми кожу. Спрятались, скинули стаки. О, отлично, скинули. Следующий под босса. Шли милики.
набежали. Прожимай сакру. Джаспан под боссом. Миленькие отошли. Красава. Без комментариев. Ты не мог сразу побежать по прямой линии, а не пятиться там лево-право? Я же сказал под босса. В сторону уноси мед. Право уноси. Давайте РДД метку. Или кипос убивай. Стаков. А зачем ты до сих пор хилишь туда? Или пять в сторону? Я пошла. Ну так не отходят на второй фазе и не набирают стаки. Никто так не делает. Если бы на тебя кинулась метка, тогда что? Да бы мы вайпнулись. Уже там была лол хп, поэтому. Не вайпнулись бы. Да. Ну да, конечно. В медлизоне 8 стаков разрядить. Но я-то отбежала со стаками. Ну а если б метка? Скорее всего, ваншотнула и все. Всех, причем и тебя тоже. Ух ты, на шамана падает. А на офспик можно? Да. Это за сколько? 10%. Вот, тогда я люблю. 10%. Ну, 300, там не без разницы, вовспек, не вовспек, 300 гп за печенье. А, это печенье? Да, 300 гп. Все, понял, я подумал, шмёт. Спекайся в сову. Так, по станам. Кружок. Сингвини, Бредварды, Нуромб, Трусы, Веселочка. Первая волна, вторая волна, Джаспан, Кружок, Дашкин, Ромб, третий, Трусы, Веселочка. Джелес, Диспелли, Чмочек на пол. Нет, ты Ретриком. Вы тут? Кто вы-то? Кто вы-то? Я один. Мы Редварден. Секунду, талант туда кидаем. Все, я готов. Тарту, Маруся. Запускаю. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ.
ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молиться о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной помощи. Кто диспейлит? Самый лучший хил гильдии. Бесспорно. Разбежали в звездочку и рвили. Чума, одна секунда. Ой. Милики, ловушка. Гел, завис что ли? Нет, не знаю. Я не наступал в нее. Но был близко. Мы убежали. Чума, одна секунда. Зипан, чума. Если не ошибаюсь, там Таурен какой-то в стол врезался и остался. Шрупец. Не, ну я был близко, но я не наступал в него. Короче, так. Идем так пока. РД, ловушка, чума, 3 секунды, смотрю. Зипан, хиль волной исцеления танков. Максимус. РДД. Проводи дальше. Дальше проводи трэш. Сангвини, давай каплю на весельчака. После ловушки все на край. Пойдем. 2% переход. Все, все на край. РДД, ловушка, милики, оббегайте. Убиран. С меня не диспель. Бля. Ладно. А, ну да, там все на шаркере не было. Давай, хилик, Дим, на ману. Ставлю тут. Шары бьем. На ком вот с топлбокс выйди, с рейдат на тебе шар. Бей на дальней дистанции. Трэш. Проклятие вешаете, не забывайте, надеюсь. Давайте иннеры к звезде дали. Пойду за Непал. Молодец. Добили шар и добили духа. Становимся звездочку. Ебать, что это за хуйня? Блять, господи Иисусе. Извините. Пиздец, блять, вы это видели, короче. Я охуевший просто. Короче, ложим. Че там было? Ну, ДК выбежал на шар. И лича нету в центре. Лич закопался в бетон. Кастует, смотри, заражение. А, оно не проходит. Чей, давайте как? Добивать, давайте добивать. А может убьем его? Лужу разольем, харе. Давай, разливай. А может так убьем? О, смотри, он идет к трону. Нормально. Таунти его, таунти. Блять, он нас не убьет. Его лужами не убьем. Вон он появился, он вылез опять с трону. Давайте херачить его. Не вальки. Нам повезло, без валик. Ох ты. Какой ток минус 30? А вдруг он валик не будет звать? О, смотри. Звал. Че, в лужу или че? Заходите в лужу.
чуть не сдохну. Вот, сделай два мувика. Как васа полетел и вот это. Я только комментарий Макгрегора услышал. Ёбаный в рот, что-то пиздец там. Я вижу, как он бежит на него. Ровненько.